прекрасный праздник, и это здорово, что у нас он есть. И это лишний повод еще раз сказать маме, как сильно я ее люблю, и поздравить и сестру, и бабушку, и всех женщин семьи. Мне кажется, что это очень правильно и здорово, потому что мы в суете забываем иногда говорить эти такие важные слова своим близким, своей маме в первую очередь. Вот, поэтому спасибо этому празднику за лишний повод.